А, не сейчас нужно уходить. А, за женой. Да. Шаман. Ой, блин. А сколько у нас сейчас перерыв, пока за женой пойдет или как? Да не, мы можем так почесть. Может, кому-то что-то а, надо добрать, кстати, если его не будет. Насчет Алгалона есть какие-то претензии к паладину? К какому паладину? Какому? Палзеру. Нет. Который атаковал. Нет. Да не, все нормально. Вопрос, что-то вроде бы кривой дал массакру. Похуй еще. Ну главное, что ты сориентировался и правильно дал ее. Вы поймите, ребята, блядь, время, когда вот звезда умирает быстро, да? Представь, таймлайн, да, блядь. Смотрю, вы что-то все начинаете проседать. Времени на захил до хуища, понимаешь? Я стою в сове, захиливаю, людей. Шам, смотри, вот ты заролил квест. Ты посмотри, есть ли тебе что-то вообще за квест. Потому что там шмотка с духом на кастер. Хорошая шмотка. Плащ с духом, как бы. Или бы кольцо я с хостам и ноги. Я если он не хочет смотреть. Да-да-да. Где оно? Алгалону. Вот, это за квест. Тебе действительно такое нужно? Ну, там еще есть такая тема. И вот такая. Ой, куда? Я не тому скинул. Сорян, кадалька. Не туда. Че, пошли чистить? Че стали? Или перерывчик делаем? Маленький. Кстати, давай. Пинаем. Так подожди, давай, стой. Ладно, я обспекнулся в ДД пока. Как я в танке. Так я говорю, я обспекнулся, но я уже поздно. А, сделать можно, да. Конечно, это такой же квест, как и с Аферона. Единственное отличие, блин, что там квест-ключ, а здесь просто квест и ключ отдельно. Кстати, а где сдавать, как он там, планетарий квест? За этим собранием. Ага. Собрание убить надо. Хорошо. А мы его вроде убили. Нет, вроде бы. Нет, мы сразу скипнули все. Я просто в том рейде взял, не успел сдать. Нет. А, сделать можно. Почему нет? Ключи же до 25-ки и 10-ки разные идут, нет? Да, разные. Владинчик, потанчишь два босса этих? Я? Угу. Да, не против. Или лучше мне Везекс потанчить? Ну, Везекс... Лучше ДК. Может, это у меня регенерация побольше будет, да. Тогда я на этого, на йогу спекнусь. Типа, в целом нам нужен ретрик и ДК. У нас ретрик только я. У меня бичанский ретрик есть. Ну как мы тогда без хилаты? Ну хилцы на... Ну давайте, надеюсь, на йоге упадет вторая ласка, а? И тогда я в шоколаде. Блин, я бы не отказался от дубины с него. Не отдам. Я про двуручку. Даже не проси... А, про двуручку забирай. Не, на ручку мне, конечно, тоже нужно. Спекнусь. Столь приоритетно. Подожди, не пуляй, я спекнусь в ДД пока. Хорошо. Не, на ручку тоже, конечно, нужно что-то потестить. Не отдам, даже не проси. Ну не обделять дорогу, которому она больше нужна. Я тут. Хорошо. Шаман? Да. Все готовы? Шаман. Не-не-не, подожди, я к боссу не прибежал еще. Так, мы... Кстати, насчет... Вы на каком боссе сейчас, скажите мне? Мы идем к Везексу. Мы идем к ласту. Через босса. Там мы собрание еще пропустили. Будем спинать собрание. Есть самон к боссу? Нету. Может, еще трэш чистим. На квезок сойдем. Mm-hmm. Так, шаман, а тебе линкольн рейд. Шмотки, так, которые падают за квест. Ты посмотри, тебе действительно такие шмотки нужны. Вопрос. Там есть плащ с духом, который дух шаману вообще... Ну, разве что вот это колечко. Ну так это же не Найлема. Ну, на этого, на Эшам
на второй серии. А ты кем ходишь? В 25-ку гильда меня почему-то ну, больше всего берет Эршама. Ага, ну я в 25-ку вообще не хожу с ними. Ну, у меня в связи с работой редко получается туда попасть, но когда я попадаю, меня берут Эршама. Давай, чем бить? Мейн или... Не, если кому-то прям очень сильно надо, я отдам, мне как бы не принципиально. Да не, просто я вот до сих пор с этим. Я говорю, если кому-то очень надо, скажите только кому, я отдам. Мне не принципиально. Где этот маг убежал, сволочь? Вот сапоги мне действительно надо. Потому что у меня сапоги, которые за репутацию покупаются у драконов. Ну блин, я по-любому, мы еще пожарника-то запинаем по-любому. Сапоги еще выпадут танковские. Нет, так они не танковские, здрасте, они кастерские. Я про утюга. Ой, я про пожарника говорю. Так что, кому-то ключ нужен или нет? У меня есть квест. А там квест. Что на квест надо сделать? Я вообще просто... Ничего, просто сдать его. Толоране все. У меня просто опыт игры в Warcraft. Ну вот, почти 2 года. Довольно много. Ну, как сказать. Сколько дополнений? 2600-2008 оно? Вышло в 2008, последний закончилось в 2010. А куда у нас ДК делся? А, он пошел за женой. Сейчас придет. Он должен отрабатывать мне сапоги. Смотри, шаман. Такое дело. А ты либо... Давайте так сделаем. Либо ты берешь квест, либо колечко на Элем. А, сука, хотел кинуть, законтролить, не законтролил, ну, сволочь. Я же сказал, кому нужен квест, я дам его. Сейчас, чекнем, что там падает. Что колечко это без для кастеров большинства. Ну, я сказал, кому нужен квест, говорите, все молчат. Если никому не, ну, не принципиально, это... Давай, возьму квест, плащ себе возьму. Че, на сау нормально разве? Не, на эрдру. Единственное, что радует, хотя бы кап меткости собрал. Че там, у кого квест? Ой, квестство. Кому-то на мейн нужен квест. Кому там нужен? Скажите. На мейн спек. Ну вот, вот что и требовалось доказать. Ну, вопрос вот. К меликам. Там плащ падает, пейпис. У меня есть уже такой. А, у меня рука. Ну все, мне тогда давай. Паладина вон если только да. Не, подожди, сова, тебе на оф спек. Ваша бронин спек. Ну. Подожди, еще это же не сейчас, не здесь. Может ему нужен будет плащ. Но я его все равно не юзал, он у меня еще пока так это валяется. Надо плаща. Ой, давайте, ребятки, сделаем маленький или подождем. А то, кстати, мы будем весь трэш убивать или только две пачки? Две пачки. И танкую я? Ну, пока танкую, я уже спекнулся в ВД. Я потом на боссе спекнусь обратно. Хорошо. Покаяния нету. Точно. А, Фредрика. Тогда спекнись лучше. Зачем туда там? Так ДК сейчас в этом. Могу обратно спекнуться. Да, по классу метки. Ну, гайпэч. Череп брикать. Ну конечно. Где это сволочь? О, что вас пулило. Вот ебал. Ну,
Начинается... Дайте, дайте этот кому, этот кому-нибудь. Блять. Ну, масс-ресом, чтобы херануть. Они выйдули. А, все. Ну. Я бы кого-то сегодня отпинаем. А, бег следующий будет бить. Звезду контроль. Пол хп, просто бам. Звезду контроля бой. Кстати, у нас череп не умирает. Он подхиливается. Ну хули его не убивали. Фу, ебало. Я бы череп... Диван, диван кинуть. Я бы череп магом контролил. Потому что... Кому диван кинуть? Он, во-первых, маговский контроль, он надежный, но всегда обновляют. И он самый такой обоссанный мог. Хилит. Рунера, дай по кому-нибудь этот... А, нет, потому что паладин. Да. Кстати, эфир можно было здесь полить. Паладин. Там сала была. А, ну да. Я в туалет быстро. Он херит ближайшего к нему союзника. Наших. Поэтому, чтобы фире не агрить второй пак, одну. Можно просто его держать. Смотри, одну тебе, одну мне и одну мне. Смотри, вот это, что тут на левом. Прикол в том, что можно не подходить к мобу. Точнее, туда далеко не подходить. Я красавчик. Так, а ты видел, где я стоял? Ну, по прямой это прям побежал во второй пак. Да, я видел. Но ты вот не здесь стоял, где мы сейчас. Делаем маркировку обратно. Не, я всегда, когда на этих, на этом трэше расставляю метки, я приверженца магом держу. Потому что видел уже такое. Типа, если в голове не держишь тот вариант, что это точно будет, то вот так вот. А если, типа, ты всегда будешь говорить, вот, давайте к этой стенке встанем, туда, то, наверное, от фера бы и не убежал во второй пакт. Но я лучше наверняка буду всегда держать его в контроле. У ретрика еще заебись получается. Могу, кстати, в мишку спекнуть, ему сало похуй. А паладин ретрика. Не нужно. А зря. А ДК сколько времени не будет? Не знаю, он же за женой пошел. Мы в прошлый раз без него били. Ну, он под конец пришел тогда. Ну да, прям перед полом йога, по-моему. Ну там латане, да, танковал. Латэ. Мне показалось рыба. У меня есть рыба, если что. Сейчас не надо. Там просто перед боссом. Говорил, что кончалась у него рыба. Я могу в кого-то жабу, только скажи, в какую метку. А жабы здесь не надо, на следующем паке. Вот я возвращается в танк. Я говорю, если мишкой спекнуть, ретрик может быть. А у мишки все это обилки из уха. Ему на сало похуй. Да не надо. Он уже в бладспеке, по-моему. А, нет, показалось. Спекнуться не надо. Спекнуться просто был бы контроль от ретрика дополнительно. Чего? Г5. Это мобмикет. Любого. Душа Буба.
Да вон жирного может. Еще много подряд. Устоял. Звезда выше. Каст это сбивать. Разбань. Да за что? Ты просто друид. Маги друидов не уважают. Секунд. 15 до гриппа. Ну давайте. Шаман, давай жабу. Синяя. Кого? Синяя метка, видишь? Метки по классам. Синяя будем бить следующую. Метки всегда по классам контроля. Знать не знал. Корову убьем. Так, звезда сейчас выйдет. Из контроля. Вышла. Разбанен. Он разбанен. А, ну значит. Люблю мага за овцу. Педрила. Я что ли? Приверженец. Он, блядь, блинкнулся в меня и сразу фир дал, охуевший просто. Второй раз, нахуй, за второго пака. Так, не будем бить в третий пак. Пиздец, конечно, написали ему, блядь. Нихера он побежал. Бля, все прожал прям. Ну охуел прям. Крылья, божественное одобрение, все прожал.
та же ботинки. С ботинок я охуел просто. А кого? Кого? Сову давайте пизданем. Какой-то там, блядь, я не знаю. А то она жирная. Так, давай паладин скекайся тогда. Поднятое наколание закончилось. Я и метки забагались. Я бы без меток побил. Говорю, а второго безликого не бьем, что ли? Нет, нет, не надо. Сегодня бил без меток за шипы, никаких проблем не было. Не знаю, зачем вам метки, честно. А кто руду спиздил? Признавайтесь. Хульпал. Ага, вторая моя. На второй. А, так можешь обойти. Я даже, не знаю, как до туда доходить, поэтому. И не претендовал. Слава богу, я знаю секрет. Ой, я сейчас посмотрю. Сейчас он увидит, да. Для этого надо быть протиком. Блин, вот почему в бабле нельзя копать? Можно. Главное, чтобы тебя не били ему, да? А оно не копается вроде бы в бабле. Копается. Там вроде главное, чтобы не били тебя тогда. Главное, чтобы тебя никто не бил. Че, в бабле можно копать? Прикинь. Так, а смысл бабу прожимать, если тебя никто не бьет? Ну это чтоб типа не пиздили руду. Тихо. Все. Ну, че выпало? А, там, наверное, вон там по стеночке, да, дальше? А я вижу, побежал, полетел. Да зачем ты бежишь туда? Потом сбегаешь. Ну, пока ждем. А нечего ждать. Спасибо, что показал. Пользуйся. Так, я босса держу в этом, в ломбике, да? Ну, можешь стоять в ломбике. Ой, я тоже в ромбик пойду. Ломбики вы сразу там можете стартовать. 3, 4, 5, нормально. Так, стамину дайте. Сейчас. Встаньте кучку, чтобы достало. Наверное, достанет. Да там радиус большой. Всем хватило. Ага. Да. У меня еще 6 штучек осталось. Нам хватит. Если у кого-то есть трава, могу нарисовать эти свитки и РЛО дать. А так, что там стоп. За трава нужна? Не только трава нужна, понимаете? Любая нордскольская трава, из которой я смогу сделать чернила снегопада. Так, панделька фокуса, все нормально. А, так, я сейчас зайду на шипы лучше. Что-то я забылся даже на шипы. АДК, я так понял, мы не ждем, да? Ну, здесь он не важен. На этом босс. Тут мелики не дамажат. Я был как-то с пугами на... был как-то с пугами в 25-ке на этом боссе. Там РЛ наоборот кричал. Вы типа дебилы. РДД здесь нихера не значит. Здесь бьют только мелики. Если миликам дадут лужу, они будут бить. Давайте, пать, я вкинул ДС. Ой, в этом ги. Сообщение. Говорят, ты уж неприкаянная душа. Поделок. Да, все, тащит. Что за чистка идет? Кто-нибудь в курсе? Чистка. Просто перекинули. Какая? Кого? За чистка? Не, Гильдион, я смотрю, Крайбел там уже дохнул. А, потикал. Это те, кто не ходит в войны. А, сейчас и меня кикнут. Когда и меня, походу, сейчас кикнут. Это что там не слышно, когда Кару запустят? На днях. В конце лета. В среду. О, с ДХ, наверное. Давайте, проверку на готовность.
В среду в 3 часа утра запустят кара. А каску дайте, вот пристой бежал. И дайте пристой бежал. И лапку. Не может сделать. Если у нас есть приз, нахрена я свиток тратил? Но я это не подумал. Верните все. Деньги. Готовность, давайте чек. Это тоже жалко. Чек на готовность любой, кто у кого есть. Прикольно, а нафига мне лидера? Он автоматом перекинулся. Потому что лидера нет, все готовы. Сейчас. Лут поставьте. Как, постойте, подождите, как лидера передать? Я что-то... Да забей хуй уже. Сам групп лут. 5, 4, 3, 2, 1. Не бейте пока что. Да. Мне было близко с ним выбежать. Следите за ага. Ну что, он еще набить? Да. Выбежим. Лок, сбрось игру. Блять, заебись, сука. Че, она бро не держит меня? Может, власть? Да, опять все нормально. Не знаю даже, что это было. Может, сильно большой дамаг? Вайп. А это было АК. Сейчас чекнем. ЛПшек 6. Может, мало ЛПшек? Можно либать, как это, ты выжил-то? Не игра, это... Я не знаю! Че это было? Сейчас резну, подождите. Не понял. Шаман, не вставай, бля. Подойди чуть ближе к ромбику, чтоб меня задело. Сейчас, подожди, где этот резмун высоги. Я просто не ожидал, что кто-то выживет. А ты смотри, вот на Везаксе, я не знаю, как ты сейчас начинал, ну вот скажем, блядь, я тоже хуй знает. Ну если такая ты проблема. Ну, а уже написал смотри. Этот. Вам, встаньте кто-нибудь. Туда на пул дал. Кто? Рога? Вам, встаньте кто-нибудь. Я вижу на пауле. Нажмите на саман. Да даже с напулом на паузера, просто ты 3 ЛП-шки дай, потом сразу усиление и еще 3, а потом еще 3. Типа пока он тебе бежит, ты уже 3 дашь, уже 4 будешь давать. Хотя обычно сразу там бежит. Хотя я обычно усиление на Элема прожимаю. Мне кажется, на Элема нахуй не надо. Сейчас. Все. Рыба стоит. Ешьте и все. Метку сместил, то близко стояло. У тебя лидер, так что ты можешь эти все таймеры. Да, я вижу. И, ну это было, конечно, феерично. Так, секунду, надо сориентироваться. Все. Предмет экипирован у меня с ДД. Понял. Ты наш. Милик, идите туда сразу. Их влипал. Нет, я просто смотрю на Лока, чтобы сразу же сальву ему дать. Дыру, у тебя есть ДД спек? За. Ну, можешь здесь побить. Хотя здесь толку от кота будет. У меня ретрик есть. Не, здесь надо. Ладно, давайте бьем как бьем. Там все равно хватает просто. Бля, что-то. Идите за ага. Вышли. Да. Сейчас нормально уже.
23 дня ЛПшка, это нормально вообще? Чё за херня, блядь? Отключила, отключила, отключила. Вышли. Резать, наверное. Че, ЛПшка-то появилась? Да, да, все нормально. Сейчас там крест. Агроз пресс брось. И петь. Лучше нет. Шам назад выйди. ЛПшка есть? Да, 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 все нормально. Вышли. Что-то заглючил там буквально на минуту. Заглючил. Пошли. Паладин сбрасывает бро в локу и в шипешки. Да-да. Пиздец. А я выйду. Отбегай. Меня еще на меня кинул. Вышли. Вышли. Пошли. Не воешься там так. Нелегкий. Пар прям рядом. Пошли. Тайминги сбиты, по-моему, спорта того, скоро пошла. Фак появился. Подойди там немного. Там тише. Шам, выйди назад. А теперь выше. Все, по-тихому бейте. Вышли. Вышли, вышли, вышли. У меня анонса даже не было. Доль, вышли. Вышли. А чё у меня анонсик? Чё за херня? Да, у меня то же самое. У нас ещё один БР есть. Не нужно. Он милизону кинул. Что это было? Милизону кинул. Что не хватало. Да это было то, что забагалось, блядь. Потому что прекратило говорить. Не знаю, может я его боком поверну. Может я его боком поверну, чтобы вы видели, когда он поворачивается, к вам кидать. Так ДБ... Я буду смотреть. Это херня какая-то, ДБМ вообще молчал. Они так. Сломали его. Шамана нет, встать. Значит, надо бежать. Пешочком. Вот для этого босс хотел в прошлый раз запись, да? Да. Тайминги посмотреть. Скинуть им. Показать, что они сделали, бля. Ну что там? Тайминги сбились.
Лужа иногда, блядь, кидается. Иногда ее вообще нет. Кстати, никто не знает какую-то программу бесплатную, чтобы редактировать видео? Что, редактировать? Sony-Vexx. Или в онлайне там есть пруги. Ну, не пруги, а это... Ломаный Sony Vegas. Microsoft Windows Edition. Бесплатный. Sony Vegas, там нужна более новая версия. Все, потому что не все формат поддерживают. ВМВ, например, который по стандарту ты снимаешь. Ну, по сути, он вот не может. Записали мы босса. Знаешь, не скидываешь же кусок часом, который там час времени. Я скидываю, мне похуй. Тебе похуй, напомню мне, а почему хули вы не вырезали? Ты так похуй, скажи, любят. Перемотайте нахуй. Идите нахуй и все, блядь. Я когда-то тоже думал, блядь, буду записывать, типа, блядь, ну, убийство босса, блядь, записывал. Ну, блин, у меня программуль немножко по другой причине стоит, но похрен. Я потом стал все хуярить, и все. Там видосы, блядь, 17-го года, фулл рейды, блядь. Рыба, у кого-то есть еще? Кадельку вставай. А, не рисалишь. Так, сейчас прибегу, забафаемся. Я буду смотреть на босса тогда. Чтобы наверняка видеть. Блять, как колено болит. Когда уже колено умудрился долбануться. Да, она у меня этот... Колено чашечка была повреждена лет так 10 назад. Сейчас немножко последствия остались. Визакса с коленки утащил. В щупальцу. В бороду. Вот чё он сагрился. Вот чё он от меня оттагрился, потому что понимал, что с коленом бороду получит. Ну нахуй, я сваливаю. Дайте просто вот так вот сделать. Мы должны эту комитель уже закрыть. Собаки. Так, Мелики, можете идти туда? Ой, хулипал. Мне интересно, они Гер Ульдуар сделают на этом сервере или нет? После ЗС Ока. Если сервер доживет до этого. До этого 2 года еще. Ну ага. В лучшем случае 2 года. И если его не закроют раньше. Сейчас. А, блядь, что закроют? Ну с чего закроют его, блядь? Вы че? X3 с чего-то-то закрыли. Вообще похуй. X3. Давайте не обосрёмся, пацаны. А X1? Вообще похуй. Тут категории нет, тут заебись. А, этот сервер. Пошли. Сервер. Работаю. Ладно, потом. Хватает вам там разбежаться? Можешь городом давить? Да. Вышли. Спасибо. Сейчас метка будет скоро. Метка. Вышли. Вышли. Скоро метку. Лок, сбрось агро. Дал сальву лок. Метка, вышли. Вышли, вышли. Вышли.
вышли. Метка назад. Вышли. Вышли. Испарение, дождитесь-то. Да дождемся, еще 20 секунд успеем. Прилямо. Вышли. Чем меньше хп у босса, тем проще будет его залить в конце. Вышли. Все нормально. Стопните, а то сейчас завалит. Нормально, нормально все. Переживай, сейчас он уже появится. Сейчас метка будет. Метка назад. Босс умирает быстрее. Вышли, вышли. Все, вот сравнительные пары пошли. Кстати, а что будет? Сейчас надо будет ловить. Прекратите бой. Вышли, вышли. Еще раз поймаешь, умаешь. Тут деба будет. Следите за ага. Вышли, 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 вышли. Метка назад. Ну, опять не было никакого предупреждения. Я сказал уже. Шли. А, в миллизону кинул. Там РДДшник сдох и... Миля. Слушайте, что я говорю. Тебе не выстоять перед легионом смерти. Все так хорошо начиналось. Я, конечно, все понимаю, но я еще максимум час до 12. Мне на работу завтра рано. Попробую систов забрать, может ДБМ и других людей мешают. Я тоже ДБМ. Ничего не говорит. Как ты там живешь? Нет, знаешь, живу и все. Он просто чахлок. А что вот касается сервера? Сирус как делает? Открывает новый реалм с какой-либо новой фичей. X3 был с ренегатами, это без категории. Сейчас они Варнас выкупили. Вот когда они Ашенваль выкупили, они открыли это Уйбла. Это точно инфа. Откуда ты знаешь, что выкупили? Ну, потому что Варнас продали. А кто сейчас сервера скупает? Ну, я где-то видел. Циркуль! Смотри, а где-то я видел на форуме, когда читал, их спрашивали об этом. Купили ли они, а они отрицают. А да. Я, короче, видел переписку, писал один ГМ гильдии, в которой я стоял на Варнасе, куратору проекта. Их было там два человека, и один из них, короче, один куратор предоставлял ядро, второй занимался серваком. Вот тот, кто занимался серваком, продал Варнас. Это написал один из кураторов. Кстати, это была еще раньше такая информация, что Варнас создали ребят, которые отделились от Сирусов. Нет. Это вообще какие-то другие ребята, и вот два куратора было, и один из них продал Варнас. Кому продал? Ну, тут вариантов немного. И сейчас этот куратор второй... Опять кому-то ядро отдает, опять новый сервак запускает, такой же, как Варнас, я хуй знает зачем. Ай, пошли они с этими фрешами своими, уже жопу надоело. Я поэтому опять бесконечно. Я больше никуда не пойду. Наксарамас фармить, пизду. Опять. Я если еще куда-то ушел бы, так это только на Вармейн. Там еще более-менее как-то ну, да. Людей есть, все, и всегда можно рейд собрать.
любое время суток. На самом важно, русских, не русских, как бы. Если ты знаешь тактику, тебе тут и Дискорд, а ты залетаешь в Дискорд и просто слушаешь, что они там говорят, просто мутишь их и все. Но. На самом деле Варнас был неплох в плане работоспособности и идей. Они там реализовали мифик ключи. Правда, хреново. Я не знаю, почему они перестали. А как они вообще работали? Что там дропалось? Фиол шмотки там до 219 что ли дропало. Так это шульда. Ну да. Мифик ключи. Ну там типа тебе даются время, даются всякие, как они называются, типа дебафы вот эти вот. Что не дебафы? Ну как они называются, я забыл. Спецификация вроде бы. Ну что-то такое вот, да, и ты там за время должен проносить мафию, по сути. Тебе с ласта вот опять, они хреново сделали. Тебе с ласта, вот ты третий или четвертый ключ проносишь, и тебе с него падает первый. Вот бред. Но вообще, типа, это работало неплохо. Там сумка падала вот со шмоткой какой-то и там еще с чем. Мировой босс прикольный был, ну. Типа, как расу ДХ сделали. Они там уже и рейд собирались сделать из другого дополнения, скаты, что ли. И над ГХ уже работали. То есть, на самом деле, если бы не продали, сервак мог бы стрельнуть. И там становить. Кулячок можно по ДХ? Рыться все в теории было бы очень хорошо, но по факту ядерная, ну, да, бомба. Кулак ПДК. Это знаешь, как с Чернобылем. По идее, должно было быть хорошо. Но сами знаете, что случилось. Я вот сейчас вообще не понимаю прикола. Они, ну вот, новый сервак делают точно такой же. И плюс еще на этом проекте будет Shadowlands делаться. Нахуй кому пиратка Shadowlands нужна? Кому-то нужна все же. Ты шо? Ну, странная тема. Роделька. Вылетел. Проще на фу пойти и не ебать мозги. Угу, попробуй на это сыграть нормально. В это время. А ты думаешь, на пиратке Shadowlands будет лучше играться? Вышли. Не думаю. Не, скорее, что нафиг ты сейчас особо нормально не найдешь, с кем играть. Вышли. Ну это. Вышли. Метка. Вышли. Блять, еще и меня летит. Там облако немного сзади. Вышли. Достаете нормально? Постоим. Вышли. Метка назад. Вышли. Стойте ровно в столбе. Пожалуйста. Вышли. Вышли. Сейчас скоро метка будет. Метка назад. Вышли. Вышли. Вышли.
Скоро метка будет. Плохо вышел. Вышли. Вышли. Я думаю, если кто-то умрет, то я, наверное, сразу в РПД бежит. Какая метка будет? Метка на мне. Вышли. 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 Сейчас метка будет. Войт. Че, Геру не дали? Не надо. Вышли. Зачем здесь Гера? Он так ватный. Так или менталя быстрее убить. Вышли. Так он и так живет, блядь. Не знаю, сколько. Вышли. Сейчас метка будет. На мне? Ца, пока. А нет, вышел. Вышли. Лок, сбрось игру. Не надо. Ура! А чё, кастерская пушка падает в этом году? Пика на ханта выпала. Прикольно, но ханта нет. А чё она? Так это с нормала. Геройка, штаны. Так, всё. Я это чудо танчить не буду. Раз говорю. А ты куда-то не вернулся. Что не так с этим чудом? Не люблю я это чудо. Я его не танчил никогда. А чё его там танчить? Ты про йога? Ты же в прошлый раз танковал. Нет, я его не танковал в прошлый раз. Серьезно? Я его никогда не танковал. Мы ждать будем? Может, добрать кого? Ай, блядь. На вас там. Можем завтра прям боссов добить. Не надо. Меня завтра не будет. Ну, поздно вернусь, то есть очень. У нас еще собрание не убитое. Пацаны, давайте без хуйни, пошли острокрылу ебанем, тынька мышь моя выпадет. Да. Пошлите пока, убьем ее, да. А кто танкует острокрылу? Ну вот это. Так а чё, может ачивку попробуем? Я ебал его от ачивки, вообще похуй. Дайте побить! Ну блин, можно себе маунта полутать за ачивку? Какую? У тебя что, дворфы, типа, последняя ачивка и маунт будет? Да. Мне похуй.
Ну, у меня кошатница, осталось и дворф. Я не знаю, это надо специально рейд тех, кто дрочит эти ачивки. Мало. Ну вот, просто ты подумай, ты вот возьмешь его, и ты не будешь на нем прям сразу летать. Почему? Ну потому что. Вот начнет 25-ку рейд собирать, ты будешь до варани сидеть. Будешь в чат писать сум. Ползу. Нет. У меня, я накидка всегда тпшусь и долетаю пешечком. Вот я про это и говорю, нахуй вам эти маунты, блядь. Ну я долетаю вечно, я же всегда около рейда летаю. А вот триня, это нормальная тема. А маунт 310, когда надо летать все время, тоже полезная тема, знаете. Хуйня чисто. Ну конечно. Он 310-й? Нет. Если, кстати, да, я не помню какой он. 310 или 280? Он 280, по-моему. Ну тогда нахуй он нужен вообще, тем более, блядь. Я сейчас гляну. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. А кто там? А, Паладин? Конечно. Угу. А крадельки здесь нету? И похуй. Краделька. Да куда, блин? Не успел. Я. Даже тычку дать. Тут вроде через два, да, запускается. Угу. Ну вот это хуйня, конечно, их дебейнивает. Даже линковать не могу, блядь. Пост падает. Бэл. Хотя нет, не надо. Блин. Приведем заодно. Кадалька не здесь. Лицом нежелательно стоять. Вообще нельзя, в принципе. Что самое интересное, 25-ки даже было, это я чего уже сделано. Где мобы? Скоро будет. Чего крадельку умирает? Так опустил. Хрен знает где. Наверное, на него этот кинула бомбу, лужу. Я так понимаю, чтобы сделать тут ачиву, надо этих всех мобов собрать, просто перед лицом держать. Зеленых. Зеленых мобов. Быстрее, она скоро снова взлетит. Там дыхание определенное количество хп еще сносит. Но она на самом деле муторная, конечно, чип. Что-то было. Вот.
Просто с вами уже привык, что не танкую. Уже эту псячу морду. Молодцы. Ну что, все довольны? Руки. Нет. Можно мяч? Можно мяч взять? 10-19. Да если надо, бей. Хочу попробовать что-то. Что, собрание? А, блядь, 1-9, я хуй знает, убьем, нет? Бля, а чего он так долго ушел? Дойдемте, сделай. Сейчас сколько времени?